Что касается помощи, которая была организована церковью, то масштабами этой помощи я очень удовлетворен. Мы собрали около 200 тонн грузов гуманитарных. В контакте с МЧС, с местными властями сумели распределить эту помощь. Собрали 15 миллионов рублей. Может быть, это для кого-то и немного, но поскольку это были жертвы простых людей, которые иногда приносили просто то, что только могли принести, я считаю, что это тоже очень значительная сумма, потому что она будет направлена на удовлетворение самых главных нужд. Я очень удовлетворен работой волонтеров. В соответствующее ведомство церковное, которое занимается помощью, приходили люди просто с улицы, молодые люди. Иногда вместо того, чтобы просто идти на дискотеку, приходили туда и спрашивали, чем помочь. Они разбирали эту гуманитарную помощь, на своих машинах отвозили. Иногда также рискуя жизнью, потому что им приходилось приезжать в самые задымленные участки. Я думаю, что вот все то, что произошло, очень помогло всем нам понять, насколько важна солидарность, без которой невозможна жизнь человеческого общества. И если народ наш откликается, особенно молодежь наша откликается на боль тех, кто сегодня страдает, это очень хороший признак. Дай Бог всем нам возрастать в единстве и в солидарности.